Всем привет еще раз. Новая миссия. Нас тут просят поубивать дронов. Насколько я знаю, с декабря этого года миссия была модифицирована, и теперь она в лицом не проходится. Принимаем миссию. Стало быть, кстати, да, скрамблер нам, ой, дизраптор нам тоже уже не нужен. Убираем его. Shield Extender. Все, все замечательно. Готовы к бою, боезапас полный, дронам все равно каким видом урона их бьют, у них все равно он не защита. Ну, соответственно, считаем время, сколько нам потребуется, чтобы ее выполнить. Вообще в этой миссии есть секрет. Я не очень люблю действовать в регионе Барклик, потому что, простите, в системе Барклик, потому что система довольно большая. Там, как сказать, прыгать далеко. Что-то там капнуло, наверное, какая-то баунти. Журнал, что там? Что у нас в журнале? Где там сестры Евы? А, вот сестры. 10 тысяч. Ух ты, классно. Кстати, микроварп нам тоже не особо понадобится на этой миссии. Ну что ж, есть и есть. Что ж выкидывать теперь? Ну вот мы и на месте. Если я правильно помню, то в этой миссии спавнятся дроны в больших количествах. Вот. Чем это хорошо или плохо? Тем, что сейчас появится пачка первых кораблей, и каждый из них будет триггером, который агрит все остальные. По этой причине вот эти вот корабли нужно очень сразу, но убивать по очереди, иначе вы рискуете наагрить слишком много неписи, тогда вам не поздоровится. Ну, либо вы можете отметить их, например, тегами какими-нибудь, да, и работать с ними таким образом, что вот отмеченные не убивать, видите, сразу пошла реакция, прилетели. Вот куда ты бьешь, куда ты стреляешь, дроны, что ж вы творите? Все, не трогайте. Не трогайте ее. Так, бабах. Один. Я помню, что на этой миссии было дело, я сливал корабли как раз потому, что нагревал больше, чем мог отстрелять. Это было неприятно. Ну, так, видите, потихонечку. Очень хорошо здесь работают какие-нибудь артиллерийские фиты. То есть зашел сюда, на микроджампе отпрыгал и все, свободен. Никто тебе ничего не сделает. Видите, урон совсем маленький, да, там несравнимый с тем, что, например, на аномалиях Санши получаешь. Вот, видите, чем плохи эти дроны, они скрамблят. То есть вот они вот так заскрамблят, да, если вы много нагрите, то. Извините, вы отсюда никуда уже не уйдете.
не использую дронов Warrior? У них не очень большой урон, но зато высокая точность попадания. То есть эти ребята мелочь отстреливают вообще на отлично. С учетом всех приварпов, отварпов и прочего, на миссию у меня ушло где-то минут 16-17. Это я смотрю по хронометражу записи видео. Учитывая, что это система Баркрик, и там вот эти вот длинные перелеты, возможно, было бы эффективнее использовать какой-нибудь Хурикейн или аналогичный корабль с большим дамагом, быстро уничтожить всех этих дронов, потому что урон там, в общем-то, смехотворный достаточно. Если не нагревать все волны разом, то очень даже можно, очень легко там выжить и очень сильно дамажить. Вот, может быть, Т3 крейсер какой-то хорошо бы себя там показал, в том числе из-за хорошей танковки. Ну вот, как-то так. Все, спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Fly safe, не пропадайте. Вот что это такое опять?